«Сталкер» в Махачкале. Открытие международного кинофестиваля прошло в Русском театре. В его рамках будет показана программа фильмов призеров фестиваля. А также состоятся творческие встречи с их создателями и пройдут обсуждения картин со зрителями. Это благотворительная акция, организованная Минкультурой совместно с гильдией кинорежиссеров России. Вход на кинопоказ бесплатный. Посмотреть фильмы можно будет в течение всей этой недели в 19 часов в Малом зале. Мы тоже с удовольствием приезжаем. Гости Махачкалу и режиссеры большой радостью приезжают, потому что нам очень важно встречаться со зрителями. Те, для кого мы делаем наше кино. Часто режиссеры делают фильмы, практически все российские, но зрители их не видят. И вот фестивали дают возможность эти фильмы показать. И, конечно, мы несколько раз делали фестиваль, с удовольствием приезжали, видели, как зрители реагируют. Конечно, хотелось продолжать традицию, но правильно сказал Магомед, кто финансовый возможности. И всегда дают возможность это делать. Открылся кинофестиваль премьерой фильма известного режиссера Александра Прошкина «Охрана». Это лента о простых и вечных понятиях, которые являются основой национального быта и природой русского характера.